Завтра в Беларуси ожидается переменная облачность. Ночью пройдут небольшие дожди, продолжатся они днем. К утру сгустится туман, с юго-востока подует слабый ветер, который днем усилится. В отдельных районах прогремят грозы. Синоптики объявили желтый уровень опасности. Вторник не порадует жителей теплой погодой. Ночью воздух остынет до плюс 9, днем максимально будет 21. Кажется, настало время привыкать к осенним капризам. В итальянском Монтефорте Ирпино объявлено чрезвычайное положение. На город обрушился оползень после проливных дождей. Улицы заполнились жидкой грязью, местами она полностью скрыла первые этажи зданий. Повреждены сотни автомобилей. Спасательные службы приступили к ликвидации последствий. Подсчитать ущерб пока невозможно. В Европу пришла ранняя зима. Снег застал врасплох Австрию. Снежинки в сентябре – редкость даже для горных регионов страны. Некоторые части Зальцбурга и Тироля стали белоснежными после сильного ночного снегопада. Под Покровом и Швейцария. По данным метеорологов, в горах на юго-востоке и юго-западе страны зафиксировали около 25 сантиметров осадков. Во вторник в Бобруйске будет ясная сухая погода. Временами покажется солнце, подует восточный ветер. Температура днем достигнет отметки в 19 градусов, ночью будет 12 тепла. Анастасия Похлёстова, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.